думали, что придется говорить о нем в прошлом времени. Но каждому поколению выпадает своя война. На их поколение выпала эта война. И они защищают нас там, от этой черной чумы, которая пытается пробраться в нашу страну. Такое уже было в начале прошлого века. Коричневая чума начиналась в Испании и пришла потом к нам. Они пытаются остановить ее. Я горжусь тем, что мы с супругой воспитали такого сына. Прекрасного человека, хорошего летчика, прекрасного друга. У него очень много друзей было и осталось, которые будут о нем помнить всю свою жизнь. Будут помнить о его поступках, о его делах. Спасибо всем тем, кто сделал эту экспозицию. Они вложили сюда свою душу. Я очень благодарен. Я думаю, что память о Жене останется на долгие-долгие годы. И на его примере будет воспитываться поколение, которое подрастает. И пусть оно будет им примером.